Анатолий Михайлович, здорово. Ага, здравствуйте. Я вот хочу очень послушать про историю нашей России, матушки. Вот что ты история, знаешь, блин? История вообще сама по себе в России. Это недаром еще говорил один из писателей, Бернард Шоу. Обратимся к истории. И как всегда, история солжет. Особенно в России. Вся история, подоплека ее, совсем все наоборот. Происходившиеся моменты, которые происходили, вот на самом деле, хотя бы возьмем такой раздел, крестьянские восстания. Первое восстание был Болотников, который был в Чехии, который был в Англии, который был в Германии в те времена, учился он там и так далее, и так далее. Это был бывалый проходимец и так далее, и так далее. Он просел все школы вообще подрывной деятельности народов, экономических, религиозных. Самая у него была такая вещь, религиозная. Вот. На самом деле он лазутчик, на самом деле он не из народа, как многие говорили, и так далее, и так далее. Он поднял крестьян многих, поднял посадских людей, и так далее, и так далее. Прилилось очень много крови. Это было как бы пошатнением, шаткостью самодержавия. Запад был заинтересован всегда, чтобы у нас пало самодержавие. Это бы еще и до Болотникова было. Второе это восстание было Степана Разина. То же самое. Степан Разин, беглый казак и так далее, и так далее. Был тоже там он у султанов, у шейхов и так далее, и так далее. Он снабжался деньгами. Пошатнуть тоже российское самодержавие и так далее, и так далее. За него очень пошло много... В то время была переформация церкви, никоновская система управления была в религии. Ее сделали якобы, да, там какие-то русские приняли веру несовершенную, много ошибок и так далее, и так далее. Хотя вера была очень безошибочная и хорошо принята от Византии со времен. Вот. Изменили догматы, изменили. Безусловно, Никон был масон. Вот. Это большой был раскол России в религиозном, моральном типе, это в религиозной теме. Подожди, это очень... какой век? Какой век это? Это 16 век. 16 век. Да, это конец уже 16 века. Вот. Это вот Никон, это патриарх, да, вот его поставили? Да, 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 да. Он был в 1670 году во время Алексея Михайловича. Это начало 16-го, это 17 век уже был. И последнее, третье восстание крестьянское крупное, это было это Емельян Пугачева. Емельян Пугачев тоже был, дело даже не в нем, это был безграмотный, в общем-то, мужик. Ничего в нем особенного не было, но он попал в руки польских, опять же, польских лазутчиков, польских шпионов и так далее. По тем временам вообще в Польше была тайная варшавская столица иудейская. Они все силы, все мобилизации, англичане, опять же, немцы, тевтонские и ливонские ордена по тем временам были, все слияния с латино, с этими, с литовцами, с латышами и так далее, и так далее. Вот все это. Они пускали опять на Россию. Много денег вкладывали и так далее, и так далее. А самое главное, опять же, раскол. Но Украина все-таки соединилась с Россией, вот, как бы они этого не хотели, белорусы, а ведь большая борьба за это, большие деньги шли. По истории СССР написано, что это якобы да, люди, что Болотников, что Пугачев, что Разин, якобы да, это от восстания народа, они поддерживали интересно, они народом загораживались. Само была, само причина восстания, цель его восстания, это... Расшатать да, русское самодержавие, навести дисбаланс в России и опять же ввод иностранных войск, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и оккупация вот. Там и так это далее. В России, да. Это в истории, в российской и советской, будучи это в прошлой той истории, это не, эти причины не описываются, все говорится якобы, как они от народа, а да от народа, как же тот же и Пушкин, это был масон. Говорит, русский поэт, такой-сякой, вот он весь, вот, и так далее, и так далее. Ну, он с декабристами, и да. И заметьте, да, заметьте, да, заметьте, Пушкин во время своего описания Емельян Пугачев, как он его возвышает, как он его морально ставит на пьедестал, и так далее, и так далее.
То бишь, они всегда защищали свои интересы и так далее, и так далее. Ну вот вся эта история. Это я сказал частично. Бегло. Бегло, да, поверхностно. На самом деле вся история.